приказы вступить на охрану объектов, обеспечение государственной и общественной безопасности, защиту прав свобод человека и гражданина, во время внесения дежурства блять законность. Наряд вольно, по постам маршрутам, шагом марши. Уважаемые сотрудники и военнослужащие, ветераны подразделений СОБР и ОМОН, поздравляю вас с 211-й годовщиной внутренних войск и 6-й годовщиной образования Российской гвардии. Хотелось бы пожелать вам этот день мирного неба над головой, терпения, успехов в службе и в работе, терпения в достижении поставленных целей, ну и здоровья, крепкого тыла, чтобы вы были здоровы ваши близкие и родные.